Здорово, геймеры, с вами Виртуоз. Вот только на днях подошел к концу первый этап закрытого тестирования Quake Champions, и разработчики принялись устранять выявленные игроками косяки. Основной проблемой первого этапа ЗБТ стала проблема со входом в игру. Игроки жаловались на непонятные ошибки, падение клиента и длинные очереди на вход в игру. Прошу вас отнестись к этому с пониманием, ведь это только первый запуск игры, и это приемлемо. Ну а теперь хотел бы обратиться к тем, кто не смог потестить игру. Не расстраивайтесь, вы ничего не потеряли. Из 4 дней ЗБТ лично я смог поиграть в нее нормально только последний день. Больше было потрачено нервов. Но сука, она этого стоила. Игра просто топ, скоро все сами увидите. Кстати, уже завтра, 13 апреля в 17:00 по Москве, стартует второй этап ЗБТ. К этому времени разработчики вышлют еще одну партию ключей, так что уже можете начинать мониторить свою почту. А если ты еще не зарегистрировался или не знаешь, как это сделать, предлагаю тебе нажать на восклицательный знак в правом верхнем углу и посмотреть это видео, там все подробно описано. Ну а тем, кому не повезло и второй раз, но очень сильно хочет поиграть на ЗБТ, у меня есть специальное предложение, с которым вы сможете ознакомиться на моей стене ВКонтакте, ссылка в описании. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, с вами был Виртуоз, увидимся в следующем видео.